как мы будем всю эту ерунду отстыковывать. Ну что, начнем с самого начала все это отстыковывать. Так. Все. Не знаю, как это повлияет. Теперь наша задача будет, по идее, поближе к Минмусу подобраться. Или же к Муне. Как угодно можете это трактовать. Муна или Минмус. О боже, как же оно выглядит. Ужасно. Сейчас как шандарахнет. О, я же сказал, какая скорость, вы только посмотрите. Зараза! Блин! У меня там залипание клавиш было. Так, ну все, мы на 10 000 и пора. Менять направление и давать газ в другом направлении, в общем-то. А вот ты будешь экономить топливо. Я тебе не позволю. Да, пожалуй, слишком я полого все это сделал. Гляньте, как уменьшается высота. Так, 63, 64. Пора. Увеличиваем. Прямо ровно как получилось. Как раз, чтоб на Муну лететь. Муна, Муна. Цветы, цветы. Да так мы с легкостью выйдем, наверное. Надеюсь, очень надеюсь, что мы с легкостью выйдем на орбиту. И будет запас топлива.
Может, сразу к другим планетам полететь, я так подумал. Кстати, если выйти в открытый космос, то есть выйти от нашей планеты, то там вообще около 300 очков дадут сразу. За то, что ты это сделал. Давай же, замыкайся, замыкайся. Много топлива тратится. Это плохо. Так, ну ясно. Нужно держать где-то вот так вот. Горизонтально, тогда наибольшее КПД идет. Ведь мне же лучше повысить свою орбиту после того, как я создам орбиту, чем сейчас тратить в 3 раза больше топлива на это дело. Так. Отлично. Есть, пошел. Давай. 40, 50, 60, 70, есть. Вот, еще полбака этого и полный бак тот. Сохраняемся. Замечательно. 5 с плюсом. И давайте-ка вылетим за пределы нашей планеты. Просто не будем ни на какую другую планету лететь. Просто вылетим за пределы нашей. За пределы гравитационного поля, я бы сказал. Жить. Вот так. Вот как-то так. Чук-чук-чук. Вот. Круть, да? Ладно, плевать. Вы поняли, в чем прикол тут. Мне нужно 800. 800 это многовато. С другой стороны, это минимум. Или нет? Да, вот видите, это минимум. Так вот. И пролистываем немножко. Прокручиваем, точнее. Да уж. Что? 800? Мне ж 800 надо. Я не успею. Я не успею. Хотя, какая разница, успею я или не успею. Мне нужно сжечь 1 минуту.
Ох, с этим крутым движком мне все по плечу. Или по зубам. Или по хренам. Да я с такими ракетами уже по всей галактике могу летать. Вот что значит уметь играть. Если умеешь играть, то тебе пофигу вообще на всех. И можно вот это отменить. Интересно, он минуту проработает вообще? Он может не проработать просто-напросто минуту. Ну ладно, тогда сколько проработает? Мне ж еще надо будет назад вернуться. Пошло, пошло, пошло. На Муну можно было опять слетать. Вот, все. Варп 50. 100. 1000. 10 000. Есть, у меня своя орбита вокруг Солнца. А это значит, что мы сейчас поразвлекаемся. 110 с этой фигни мы получили. С этих будет поменьше, но тоже много. Crew report 50. 5. О, да. Главное ничего не забыть. Observe materials. О, 275. Все, у меня будет атомный двигатель с этого. И Ива. Еще один репорт. 88. Отлично. И теперь мы... Мы смотрим. Так. Нет. 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 По-моему, да, разогнать нужно. О. О. Сколько? 1900? А если замедлить? Давайте же. Вот. В принципе, такого отрезка нам хватит, чтобы... Нас подхватили. 659. Вот это хорошо. Через 16 минут стартуем. Хотя я могу и сейчас стартовать. В принципе, что-то. Тут-то. И вернемся к себе домой. Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе видна. Так, 15, 14, 13, 12, 10, 9. Не обязательно все точно делать. Пошло.
Блин, да давай же. Соединись с нашей земляшкой. О, пошло. Еще и топливо осталось. Хоть лети еще куда-то. Если бы у меня с собой была лаборатория, то есть есть такой отсек лаборатория, то можно сколько угодно проб брать. Тогда хоть летай по всем, в общем-то. Так, тысяча, тысяча, тысяча. И бабах. Стоп. Ага, вот, да. И теперь нам что ли погасить скорость? У нас скорость, гляньте, какая маленькая. Мы можем просто ее погасить, и Кербин нас подхватит, все. Ну, точнее, скорость у нас сейчас по отношению к Кербину, к тому же. То есть, скорость, она разная. По отношению к Солнцу у нас сейчас больше 9000 скорость. А по отношению к Кербину там вот 636. Вот такая вот секреточка. Вот, видите? И сейчас в сам Кербин врежемся, наверное. Или уже... А, уже топливо закончилось. Включаем новый движок. Интересно, какая скорость у меня будет возле Кербина. Можно к Минмусу залететь и к Муне. Космология и космонавтика — это просто. И вообще все просто. Просто, просто. Все. Вернулись. Фактически. Еще и под острым углом бомбанемся об нее. Об Кербин. Что? Так нечестно. Ну ладно. Еще раз долбанемся. Ха-ха-ха, обманул. Обманули дурака. Ёпта! Сохранился. Парадим тролль. Он умеет сохраняться. Так. Останавливаемся. И теперь куда-то сюда направляем свой двигатель. Блин, сколько ж много топлива. Слишком много топлива. Если бы еще ядерный движок на эту ракету поставить, это было бы вообще... Просто оттас, пацаны, участковый идет. Так, ну, да. Земля там, дай угадаю. Да, вот, ой, не земля, а Кербин. Кербин тут. У нас ускорение 50 раз.
потихонечку приближается. Один и три, один и два. Ути-пути-пути. Ути-пути-пути-пути. Землюшка моя родная, 500, 400, 300 сейчас будет. Когда будет меньше 100, то я, хотя нет, до 100 не буду, наверное, ждать. О, лагает. Отстой. Так, вот уже и 100. Ну, такой двигатель, естественно, ни хрена не остановит. Гляньте, он вообще не гасит скорость. Нет, так мы тупо бомбанемся. Хорошо, что здесь сохраняться нельзя. Так, и вот это вот бросьте. Сейчас остановится. Высокая скорость. Хорошо, что мы не расплавились. Вот в будущем будет сложно здесь играть. О, парашюты. Круто. Похоже, на воду будем садиться. Так, отключаем. Пусть болтается. Три парашюта. Сто сорок, 120, 110. Ну, раз на воду, то мы успеем парашют раскрыть 100%. Вот, бабах, и все. И теперь ждем. Просто ждем. Фух. Если знать как, то все по плечу. Интересно, здесь этой слизи нету вроде. Бух, и все. И мы возвращаемся. А? Что я говорил? 591. Я не знаю. Recovery of vessel from orbit around the sun. Material strudy. Вот вообще 275. 110. 88, 55, это просто ужасно. Просто великолепно. Давайте же самым приятным займемся. Вот это учим.
Вот это учим. И... Да! О, да! Nuclear движок. Теперь вообще нету абсолютно никаких преград для нас. Для меня. У него в вакууме 800 импульс вообще. А он вырабатывает электроэнергию. Интересно. Офигеть. Ну и на этом я, пожалуй, перестану играть на время. Всем пока. Но вы, естественно, увидите меня в следующей серии. Для вас нетрадиционно, что я прощаюсь. Всем пока.